Есть минус склад просто. Ничего не говорят, интересно? Нифига себе. Слушай, это забей. По-моему, они жестко сгорели. Есть, изи килла. Сразу двоечка нахнута летит. Здорово, ребята! Баги. Так, общаги никого нет. Школа, может быть. Тачка стоит. Да, школа есть, чел. Так, ну что же, всем большой приветик, всем-всем большой-большой привет. Сегодня какая-то потная катка, видимо, намечается, потому что там прям команда донатеров. И фараоны фуловые бегали, и вороны фуловые бегали на респе. Что-то какие-то потники, видимо. Вот, ладно. Сейчас на остров упадем. Полетели. Так, пушки. Точно, вектор есть. Так, ну скрылька есть. В принципе, уже неплохо. А мне нужно что-то другое по пушкам. Мне желательно какой-нибудь берил. Где-то здесь предмочил. Блин. Он убегает. А, сейчас здесь передо мной двойка. Ладно, я понял. Я тогда отойду. Где-то он здесь стоит. А, он, скорее всего, за этой штучкой. Топ-хаешка. Я калаш. Всем за калаш. Еще ко мне подходит. Да это проблема с отпусканием хаешек. Не особо нравится мне. Там чел за стенкой стоит. Понял, сейчас обойдем тебя. Коктейли кидает. Нормально прописал мне. Я опять встал за стенку. Ну сколько можно? Есть сынок. А, он сольник был. Пострелял и убежал. Не, чтобы пойти запушить мне. Так, ну давай как через лево проходить. Ну типа в главном здании, я так понимаю, все файтятся. Давай тогда сразу же туда пойдем. Что еще делать? Делов там мало, 3 кильщика всего лишь. Надо еще хотя бы 5 убить. Осталось 2 минуты. Блин, ребят, не умирайте, не умирайте. Есть минус. А, там на... Там по крыше еще бегают. Ладно, я понял вас. Нормально он мне прописал. Вот он справа стоит. А, он вниз что ли упал? Блин, этот убегает тоже. И опять за стеночку встал. Стеночник. О, кстати, спасибо за ТПМ-ку. Так, но это еще не все. Еще чел должно быть где-то. Где-то слышал, вроде по крыше бегали. Поверху. Ну, блин, гении катают. А, подожди. На этой крыше чел, походу. Может, там шаги сверху отображаются. И по этой крыше, скорее всего, где-то бегают чилики. Эх, ладно, короче, пошли заберем 5 монет. В принципе, 20 секунд, я должен успеть. Ну, какие-то такие путные ребятки катают, видимо.
Не глупые. 9 секунд. Давай-давай быстрее. 8, 6, 5, 4. Чел, здесь чел. Блин, я не успел поговорить. Да чтоб тебя. И челик там сидел еще. 5 монет очень важны на самом деле. Ты можешь сразу со старта заказать себе увилмаг. Это можешь зарешать. Плюс 10 патронов. Ладно, давай сейчас максимально быстро золотые мотики будем. Щиты нужны. Щитов нет. Так, ну 3 монеты есть, уже неплохо. Вообще сейчас в идеале дроп залутать. Вот там челик бежит. Что там у тебя есть? Хорошего. Ничего хорошего. Ну и поехали в сторону ивента. Челики там сейчас будут все. Почекаем, посмотрим. Один уже улетел. Да, туда много челиков полетело. Куча машин стоит. Но я не хочу туда заходить. Опа, приземлился один тип. Есть, ну. Там баги еще стоит. Ух, хорошо выстрелил. Это минус двоечка. Откуда они взялись, вопрос? Ты их уже в ивенте убили, что ли? А, и дроп, кстати, падает, но это прям очень далеко, где-то на северном. Туда вообще желания нет ехать. Так, еще этого типа золотая. Еще хотя бы парочка щитов надо. У него вообще щитов нет. Зато 4 икс есть. Беру. Ну неплохо. В принципе, нормально. А, и кстати, у меня 24 монеты. Ё-моё. Только сейчас заметил. Сейчас можно увилмаги заказать. Топовые. Сейчас этим и займемся. Так, топ-магаз стоит 10 монет. Ну, давай парочку закажу. Все нормально. 50 патронов. Ну что-то никто на ивент собирается ехать. Ивент в зоне, а никто не едет. Чего, мотопланер? Да, мотопланер летит. Есть изикилы. Раз, двоечка кнопнутая летит. Здорово, ребята! Баги. Есть минус еще один. Ой, рукоятка топовая еще есть. А это кто еще приехал, тоже непонятный. Куда он еще взялся? Итого у меня уже 36 монет. Сейчас этого залутаем. Еще бы хотя бы 3 щита. О, третий броник. Так, давай еще один щит беру. Вот сейчас нормально. Вот сейчас вообще идеально себя чувствую. Так, где-то самолет пролетал. Вот дроп, поехали на дроп. Третья каска нужна. Может быть там пулик, либо гроза будет. Я бы тоже забрал. Чего? Там баги стоит. Там кто-то стреляет. Или это боты? Чел, возможно. Батя, скорее всего. А, я вижу, вижу, вижу его. Он под баги. Сразу колеса ему сломаю, чтобы не уехал. Не под баги получается, а где он? Либо он лохпэшный? А, он хилится, 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 да. Слышно бинты, это баг. Есть минус. Что-то здесь сделал один. Блин, я из-за него теперь дроп потерял. Блин, калаш, оказывается, такая имбовая вещь в упоре. Просто офигенная тема. Надо искать дроп. Не нужен дроп.
Вот дроп дымит на НЕ. Все, поехали на него. Хочу грозу себе. А вот он, дропщик. Стоит, ждет меня. Че здесь? О, здесь МГ-3 пулик. Офигеть. Ну все, ребят, держите меня семеро просто. Вот сейчас просто держите меня семеро. У меня есть самый топовый пулик. Так, давай сразу закажу себе вот эту штуку и пятерок побольше. Так, где-то еще один дроп падал. Надо на него ехать. Так, дропы, дропы, дропы. Что-то их вообще не видно. Слушай, а поехали общаги посмотрим. Может, на общагах сидят. Так, общаги никого нет. Школа, может быть. Тачка стоит. Да, школа есть, чел. Есть минус. Колесо мне пробил. Там дроп, кстати. И УАЗик стоит на общагах. Ладно, сейчас на УАЗике поедем. Все, поехали на дроп. Вот на этом дропе должны быть люди. Где-то же они ведь файтятся. А, вот УАЗик стоит. Да, я там походу заказываю что-то, потому что там подсветилось. Там вроде как на киткате чуваки сидят. Сейчас сюда заедем. Там чело походу. Единственное, непонятно, сколько там типов сидит. Да, вижу, 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 там на втором тоже чел. Блин. Поехали, подъедем. Вроде как сольник, мне кажется, не больше. Так, а где он? И где он, чуть не понимаю. Куда он делся? А, он здесь у меня сидит. Я понял. Подгорел? Походу подгорел. А, и сзади другие уже подошли. Привет. ДН король. Фига, куда он выбежал? Чей дроп на горешка упал. О, еще фараон живет, кстати. Где вот он файтится, вопрос. Вот он убил, добил. Может быть, в тех кемпах? Здесь вроде как никого нет. Двери все открыты, все залутаны, но... Тишина. А, и зон на общагах, кстати. Короче, надо как-то общаги выпушивать, я думаю. Общаги наверняка сидят, челики. Ну, вот тут УАЗик. За УАЗик. Щиты стоят. Да, общаги есть, чел. Чего зайдем? Здесь вроде сольник. Вроде сольник здесь. Лови. Минус. Кого он чекал? А, подожди, там чел бежит. Есть минус. Ема, у меня зажим просто читерский. Там РБшка стоит. Сколько метров, интересно? А я не смогу поставить, у меня же нет этой
штуки. На горе могут сидеть еще, потому что там РБшка стоит. Может быть, вот эти кем посидят челики. Да, справа. Савика выстрелили. Кого-то нокнули. Где-то на горе файтится. А, у меня справа челики. Блин. Одного добил. С меня никого нет. А, вот и фараон, кстати. Есть. Смеки раскидывают. Там бустается, что ли? Там вот этот АВМщик напрягает. И справа у меня сольник. Блин, АВМщики эти сидят там. Мне бы справа сольника вот этого убить. Может, он будет не мешать 100%. А, у меня еще и дроп здесь рядом. Весело. Не знаю, как не дал ног. Должен был. И зона куда-то ушла в кемпы. Так, поехали сразу же в кемпы. Не будем терять время. На этого сольника все равно. А, он пробегает ко мне. Да, он в мою сторону бежит. За деревом, по-моему. Блин, не успел немножечко. Все, он прибегает. Есть минус. Так, надо в те кемпы срочно заезжать. Кровь в зоне единственная. Здесь тоже могут сидеть чела. Вроде никого нет, спокойно. Так, пятерок закажу сразу побольше. А, прям ко мне заехали чела. Есть минус сквад просто. Ничего не говорят, интересно. По-моему, ничего не говорят. Нифига себе. Слушай, это забей. Было жестко. Так, остался сольник. Нифига себе. Блин, это было круто, реально. Ох, а семерочек много. По-моему, они жестко сгорели. У них еще и тачка классная. И авики у всех просто заряженные, типа. Так, зона сошлась. Так, ну у меня еще минута есть, надо расчекать все. Так, сейчас щитов побольше закажу еще. Так, где может быть этот сольник? Где он может сидеть? Вообще не видно. Может, где-то в той стороне тоже быть. А, чего я стрял? А, фух. Так, ладно, короче, поехали, все. Будем заезжать как-то. Где он может быть? Он за любым камнем может сидеть. А, вижу его. Чего? Все, есть. Мистер Ярчик. Фига меня выкинуло. Фух, слушай, ну это было жестко. Ема, просто забей. Это сквад лютых донатеров каких-то, видимо, был. Потому что там у чела просто фул фараон был. А это очень много денег.
Это просто забей. Отличная катка. И я еще при этом апнул корону. Нифига себе. Нормально. Изи корона. Не забудь поставить свой лайк. Обязательно прожимай лайкос. Также, если ты еще не подписан, тоже обязательно подписывайся. Пиши любой свой комментарий, все комментарии я прочитаю. Вот, ну а с тобой я прощаюсь. Как всегда, желаю тебе в первую очередь хорошего настроения, удачи. Увидимся с тобой в следующем видео и пока-пока. А, и самое главное, приятного просмотра, потому что сейчас будет нарезочка из неудачных каток. Все, пока-пока. Давай так же. Ты куда полетел? Есть, вырубил. Выгляни. Чего? Я уже не понимаю, как? Что это за бред?